Всем привет, я Кони из Softbox, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И я вернулась вам с новой реакцией на дебютный клип Кая. И я не могла это пропустить, поэтому я прям с нетерпением жду. Я подготовилась, заранее постаралась запустить, чтобы реклама прошла на YouTube, и чтобы начать смотреть. Я немного приболела, поэтому немного гундосю. Вы, кстати, знаете, у меня появились анти после того, как я сняла реакцию на бантосов, потому что все подумали, что я какой-то хейтер. То есть мое мнение оказалось хейтерским. Почему-то люди так посчитали. Но не все, конечно, есть и здравомыслящие, поэтому я как бы рада, и я решила продолжить. Но теперь сделаем это на Кая, посмотрим. Я очень надеюсь, что будет классный релиз. Так. Netflix forever. О, красиво. Прям так классно. Классно. Ой, почему так модно делать сейчас короткие кофточки мальчикам? О, какая прическа классная. Прикольно. Мне нравится. Ну так вот это, что за кусочек ткани на голове? И меня, конечно, смущает эта короткая кофточка. Ассет, ассет. Напоминает место локации, где снимали бантосов, клип Not Today. А по-моему, еще и у Тэмина в схожей локации была съемка. По-моему, Криминал, что ли, или Идея. Идея, то есть. О, ковбоец. Прикольно. Ну, вот этот ковбойский, то, что лицо закрыто, как будто из ужастика. Все такое футуристичное. Прикольно. Мне нравится вот этот стиль волос, который мы сделали. Стрижка. Вот так вот прикольно, без шляпы. Прикольно. Но они любят, да, СМ, оголять грудь. Вот у Тэмина часто такое, грешат таким. Ну, это что, хороший ход, чтобы девочек привлечь. Чтобы максимально захватить фанатов. Ну, красиво, да, ну чё, Кай круто танцует. Да, прикольно. Что это за пряди были смешные? Щенок накрашенный. Что за рубашка такая, что ли, как будто обрезанная, да? А вот это вот напоминает клип Тэмина, это Сайонара Хитари, которая... Ну, это цвета, имею в виду. Анимешность. Прикольная мелодия. Да, неплохо. На фоне Кая девчонки кажутся такими полными. Классно, прикольный эффект. Типа он разбивает свои вот эти статуи. И 20 секунд, что будет? Титры? О, это, наверное, превьюшка. Ну-ка, давайте. Ага, это стопудово намек на следующий релиз. Ну что сказать, вау, прикольно. Я не ожидала, учитывая, что, вот если честно говорить, только не обижайтесь, Кай по факту петь не умеет. Ну, в смысле, умеет в ноты подать, но, короче, он не певец по факту. Да, он реальный танцор, но видите, как классно продюсеры поработали так, что его голос... Звучит шикарно, и песня звучит шикарно, мне понравилось. Я бы даже еще раз сейчас прослушала бы. Поздравляю, поздравляю Кая с дебютом, не ожидала. Я очень боялась, думала, что будет что-то плохое, ну, как бы, ну, не знаю.
как бы не всегда все выстреливают, как Тэмин, да, например. Но SM молодцы, круто поработали. И вот этот стиль мне понравился. Конечно, смутила вот эта шляпа, смутила эта тряпочка на голове, смутил этот голый торс, но стопудово найдутся любители на все это. И особенно если вы XL, это стопудово вам зайдет. Вообще на корейском называется песня. 5 миллионов просмотров. Что-то мало, ребятки. Но мне понравилось. Такое, знаете, лаунжевое. Приятно слушать. И учитывая, что ты как бы... Ну, я, по крайней мере, ожидала, что будет что-то хуже, честно сказать. Я прям боялась, что будет что-то плохое. Мне понравилось. Ну что, если вы XL, если вы, в принципе, не против послушать Кая, то посмотрите клип. Мне понравилось. Классно. Вы, наверное, заметили, что у меня тут такое новогоднее все, вся такая декорация новогодняя, гирлянды, все дела, потому что я сейчас усиленно снимаю новогодние ролики, и я сейчас очень-очень сильно этим занята, поэтому это, скажем так, мой подарочек, моя конфеточка вам, чтобы вы порадовались и не скучали, и не ждали, и, точнее, не переживали, что у меня так долго нету, я снимаю, все окей. Поэтому вот вам MV Reaction, всем пока! Не забудьте подписаться и лайк! Like.